Алроса продала уникальные редкие бриллианты больше, чем на миллион долларов. В ноябре компания «Бриллиант Алроса» провела аукцион по продаже драгоценных камней в Израиле. С молотка ушли 262 бриллианта общей массой 210 каратов. Основной ассортимент на торгах составляли редкие цветные бриллианты. Это 15 розовых и 9 бесцветных камней. Изготовили их из алмазов, добытых на предприятиях компании «Алроса» и дочерних обществ «Алмазы Анабара» и «Нижнеленская». Общий объем продаж цветных камней составил 1 миллион 200 тысяч долларов. В аукционе у нас приняло участие 85 фирм. Я считаю, что это очень много фирм. Мы долго готовили этот аукцион, потому что он был важен для нас с точки зрения проверки спроса на данный товар, чтобы выяснить, интересует такой товар рынок, интересует ли этот товар именно в ограненном виде рынок. Выяснилось, что очень интересует, потому что коэффициент эффективности, который мы получили на этом товаре, он оказался очень высоким,